Эту выставку смело можно назвать долгожданной, как для Асии Хайрулиной, так и для ценителей ее творчества. Около 10 лет длился творческий перерыв художницы, во время которого она пробовала себя в совершенно новом направлении. Мастер кисти своей уникальной авторской манерой демонстрирует безграничные возможности акварели, одной из сложных графических техник живописи. Как признается сама художница, смелость в исполнении ей придавали слова отца, основателя акварельной живописи Казахстана Укиажиева. Он учил дочь не бояться экспериментов и помнить о невероятных способностях акварели. Акварель – это такой материал, который никогда не предскажешь, как получится работа. То есть ты начинаешь работу, и представляешь себе один результат, и вдруг неожиданно ты попадаешь в совершенно другое пространство. Именно это меня в этой технике как раз и привлекает. И вот здесь получается так, что вот в ходе вот такой вот работы нашла для себя очень интересные, неожиданные какие-то приемы, техники, и попробовала здесь их отработать. Ну, конечно, они все связаны с какими-то моими впечатлениями. Осеннее настроение, странный гость, зеленый чай, мгновение накануне. Название картин столь же оригинально и красиво, как и сами работы. Каждый находит в них что-то созвучное своей душе. На выставке представлено 15 новых работ. Как говорит Асия, к ним она только приглядывается. А любимыми назвать может более ранние работы. Впрочем, все они ей одинаково дороги. Каждый мастер любит свои работы как собственных детей. Асия не исключение. Она даже дает ласковые имена своим работам, тематически разделяя их на группы. К примеру, «Лощенка», «Промокашка», «Нью-Йоркский альбом». Но это маленький секрет художницы. Ася выбрала очень сложный путь. Она взяла и сделала акварель, в которой работал ее отец, современным и очень монументально красивым жанром. Но он при всей монументальности форм, потому что акварель, она всегда на полутонах работает, на каких-то очень тонких градациях цвета, а Ася из нее сделала очень современную трактовку. Но главное, что, смотря на ее работы, мы видим очень тонкую, красивую женскую душу. Сегодня состоялось не просто открытие выставки, а встреча добрых друзей. Люди шли с цветами в ожидании увидеть свою любимицу и, конечно же, познакомиться с ее замечательными работами. Новое собрание поразило сложнейшей техникой исполнения не только начинающих, но и маститых художников. Техника акварели, она очень сложная. И я считаю, что она достигла совершенства в работе акварелью. Мне очень понравились работы, где она работала с отрывками бумаги, где использовалась бронза и акварель. Это очень здорово. Я еще не видела подобных работ. Работы Асии Хайрулиной известны не только в Казахстане. Их можно встретить в частных коллекциях Англии, Франции, США и Германии. В планах художницы совершить большое турне по Казахстану и Европе. А пока у алматинцев есть целый месяц, чтобы ознакомиться с собранием работ художницы, ровно столько продлится выставка в галерее АРК. Салтанат Шурай, Валерий Таубалдиев, телеканал «Алматы».